Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо процесси улантылып атат. Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн 17 саясий партиялардан документтер келип түшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам талабына ылайык келип түшкөн документтерди 10 календардык күндүн ичинде текшерип, ошол конституциялык мыйзамдын ченемдерине ылайыктуулугун жана талапкерлерди көрсөтүү тартибинин ушу мыйзамга ылайыктуулугун текшерип, 10 календардык күндүн ичинде талапкерлердин тизмесин каттайт, же болбосо негизделген ушул талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимин чыгарат. Бул текшерүү ар кандай форматта жүргүзүлөт, анын ичинде түндүк электрондук маалымат алмашуу системасы аркылуу дагы текшерүүлөр жүргүзүлөт. Мисалы, мамлекеттик каттоо кызматы менен талапкерлердин берилген маалыматтарын аныктыгын, ошондой эле ички иштер министрлиги менен жанагы соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалымат алынат. Документтерди кабыл алуудан кийин 24 сааттын ичинде борбордук шайлоо комиссиясы саясий партияларга ошол документтердеги каталар жөнүндө, келишпестиктер жөнүндө билдирүү берүүгө милдеттүү. Ал эми саясий партиялар 48 сааттын ичинде ошол билдирүүнү алгандан кийин 48 сааттын ичинде ошол өзгөрүүлөрдү киргизип жана ошон оңдолгон документтерди кайра борбордук шайлоо комиссиясына берет. Бүгүнкү күнү 13 саясий партияларга ошондой билдирүүлөр берилди. Биз ушул оңдолгон же болбосо жана өзгөрүлгөн документтерди партиялардан күтүп атабыз азыр. Ошол эле учурда бир саясий партиянын документтери мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте жана мыйзамда көрсөтүлгөн субъектилери аркылуу берилбегендиги үчүн кайра кайтарылып берилген. Чет өлкөдөгү биздин жарандардын шайлоо катышуусун активдештирүү үчүн борбордук шайлоо комиссиясы тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери менен бирдикте мобилдик группаларды түзүп, ушул жумада биздин мобилдик группалар Түркия Республикасында иш алып барып атышат. Бүгүнкү күнү бир нече шаарларда ушундай жолугушуулар өткөрүлдү. Анын ичинде Бурса, Бодрум, Измир, Анкара жана Анталия шаарларында жолугушуулар жүргүзүлүп, ал жерде биздин жарандар үчүн маалымдоо, түшүндүрүү иштери, маалыматтар берилип атат. Ушул шайлоо катышуунун эрежелери, тартиптери, шарттары, шайлоочулардын тизмесине кирүү мүмкүнчүлүктөрү. Ошондой эле биздин жарандар үчүн консулдук каттоого туруу мүмкүнчүлүгү же болбосо биометрикалык каттоодон өтүү мүмкүнчүлүгү дагы түзүлүп берилип атат. Ошондой эле ушул мобилдик группалар башка өлкөлөргө дагы жиберилет. Жакынкы учурда кийинки жумада, мисалы, биздин Россия Федерациясына 3 группа даярдалып атат. Ушул эле максатта биздин чет өлкөдө жүргөн жарандар менен биз жума сайын 3-чү күнү онлайн форматта дагы жолугушууларды жүргүзүп атабыз. Бүгүн ошондой жакшы бир жолугушуу болду. Биздин Азия өлкөлөрүндө жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө убактылуу болгон жарандар менен ушундай жолугушуу өткөрүлүп, ал жерде биз ушул шайлоого катышуу тартибин, шайлоочулардын тизмесине кирүү шарттарын түшүндүрүп бердик. Продолжаются выборы депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики. В Центральную избирательную комиссию поступили документы на регистрацию списков кандидатов от 17 политических партий. Теперь, в соответствии с требованиями законодательства, Центральная избирательная комиссия должна
осуществить проверку соответствия списков кандидатов, порядку выдвижения списков кандидатов и другим требованиям, установленным Конституционным законом. Данная проверка должна завершиться принятием решения о регистрации списков кандидатов либо мотивированным отказом в регистрации. На данный момент документы одной из партий были возвращены в связи с непредоставлением в установленном законодательством порядке и сроки. Центральная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней осуществляет проверку представленных документов, порядка выдвижения списка кандидатов, требованиям Конституционного закона Кыргызской Республики и регистрирует список кандидатов, либо выносит мотивированный отказ в регистрации списка кандидатов. Указанная проверка проводится в том числе с использованием межведомственной системы Тюндук. В частности, проверяются данные кандидатов, их соответствие требованиям Конституционного закона через обмен с Государственной регистрационной службой, а также проверяются сведения об отсутствии непогашенной судимости с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики. Следует отметить, что при этом, согласно нормам закона, Центральная избирательная комиссия в случае обнаружения каких-либо несоответствий в документах кандидатов вправе заявить об этом, уведомив политическую партию, в течение 24 часов с момента получения документов. Политическая партия, в свою очередь, вправе внести необходимые изменения и предоставить исправленные документы в Центральную избирательную комиссию в течение 48 часов. Данная проверка и принятие решений о регистрации либо об отказе в регистрации должна пройти в срок до 4 сентября. В настоящее время соответствующие уведомления о несоответствиях в документах в списках кандидатов направлены в адрес 13 политических партий. Эти несоответствия – это такие, как неполнота представленных сведений, неполнота заполнения анкет, которые необходимо было заполнить. Также есть партии, не внесшие избирательный залог, а также не до конца осуществившую электронную подачу документов. На текущей неделе также продолжается выезд мобильной группы Центральной избирательной комиссии, регистрационной службы и Министерства внутренних дел в Турецкую Республику в рамках работы по подготовке к выборам в целях увеличения инклюзивности и активизации участия граждан Кыргызской Республики за рубежом в выборах. Мы ранее сообщали, что у нас образованы мобильные группы, которые будут проводить выездные встречи с объединениями наших соотечественников за рубежом, где будут решаться такие вопросы, как постановка на консульский учет, включение в списки избирателей на основании заявлений по форме 2, проведение биометрической регистрации наших граждан, а также, конечно, что очень важно, проведение информационно-разъяснительной работы о порядке участия граждан Кыргызстана за рубежом в голосовании на предстоящих выборах. В рамках поездки в Турецкую Республику мобильная группа провела встречи в городах Бодрум, Измир, Бурса, Анталия, Анкара. Предстоит еще встреча в Стамбуле. И уже на следующей неделе наши мобильные группы выйдут в Российскую Федерацию. И также решаются вопросы выезда в Республику Казахстан. По мере открытия авиасообщения мы постараемся осуществить такие встречи с нашими соотечественниками за рубежом, также в других зарубежных странах. Также в рамках этой работы по активизации участия наших граждан за рубежом в выборах мы продолжаем еженедельные встречи в онлайн-режиме
с нашими гражданами за рубежом. Сегодня состоялась такая встреча с гражданами, которые временно находятся в странах Азии и Ближнего Востока.